Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка. Мне прислали на обзор продукцию из компании InNature. Компания эта достаточно молодая, примерно с 2018 года выпускается именно этот бренд InNature. Я продукцией не пользовалась, мне стало интересно посмотреть, что за продукция, полюбопытствовать и поделиться с вами своими впечатлениями. Но я на сайте почитала, составы натуральные, без сульфатов, без парабенов, то есть без силиконов, состав достаточно хороший, и хочется попробовать. Давайте посмотрим, что же я выбрала. Я заказала 6 продуктов. Итак, у меня всего 6 баночек, средства для волос и для тела, и сейчас давайте вместе все поближе посмотрим и продегустируем продукцию. Начнем с шампуня. Шампунь стимулирующий для роста и против выпадения волос, на 99% натуральный. На самом флаконе указан полностью состав шампуня, произведен в городе Пенза, и указано, как правильно применять. Мне нравится, что крышечка откидная, не надо ничего откручивать. И давайте капельку шампуня. Посмотрим, густой, концентрированный. Приятный аромат, природный. Чувствуется, что нет здесь ничего специально добавленного вкусненького, чтобы хотелось нюхать и нюхать. Да, очень хороший природный аромат. Попробуем обязательно, потом расскажу свои впечатления. Восстанавливающий бальзам, кондиционер для сухих и ломких волос, тоже на 99% натуральный. Указан, кстати, срок годности на всех флакончиках. Откидная крышечка, и посмотрим, густой какой. Я думаю, что, ой, как вкусно пахнет. Здесь как раз в составе экстракт куркумы, розы, слива и масло органы. Мне очень нравится органовое масло, оно всегда дает приятный аромат. Очень вкусно пахнет. Это маска для активизации роста волос. Экстракт граната, аира, меда, алоэ, розовая вода, масло сандала, амаранта и конопляные касторовые масла. Тоже без парабенов, силиконов и минеральных масел. Большая баночка, 250 мл объем. Итак, посмотрим маску. Крышечкой закрываем. Но я не скажу, что она вкусно пахнет. Ну, в общем-то, это не самое главное. Главное, чтобы она работала, чтобы волосы были мягкие, ухоженные. И самое главное, функция этой маски – активизация роста волос. Ну что, попробуем, потом расскажу свои впечатлениями, поделюсь. Следующая маска с экстрактом авокадо, брокколи, моринги, цинцеллы, азиатской, розмарин и масло грейпфрукта. Это маска для интенсивного восстановления, то есть если волосы пересушенные, окрашенные, ну просто ломкие, секутся, то, конечно, такая маска будет, мне кажется, только в удовольствие. Маски густые, хорошая консистенция. А, вкусно пахнет. Вот эта маска, кстати, очень вкусно пахнет. Закрываем. И два скраба. Я обожаю скрабы для тела, поэтому выбрали один ягодный с черной смородиной, а второй с малиной. Ну-ка, тоже закрыта крышечкой пластиковой. Ой. Так много скраба, что крышечка еле снимается. Такой густой. А, вкусно пахнущий. По ощущению, как будто вот есть здесь кристаллы соли
и мелкие-мелкие частички еле заметные. Я думаю, что он будет хорошо отшелушивать, и чувствует, что он будет питательный. Ну, конечно, нужно все пробовать на коже. Очень приятно идет массаж. Я люблю, когда скрабы такие маслянистые, густые. Нужно кожу сначала распарить хорошенько, под душем постоять или полежать в ванной, чтобы скраб просто шикарно поработал и напитал кожу, и очистил ее. Ну, давайте посмотрим еще один скраб. Так, и с малиной, и масло органы. Здесь у нас еще радиола розовая. Классно, должно пахнуть очень вкусно. Попробуем. Ну, консистенция похожа с предыдущим скрабом. Чувствую аромат малинки, но он не такой прям яркий и насыщенный. Я бы сказала, что он даже легкий аромат малины. Приятный скраб. Ну что, я сейчас удаляюсь на дегустацию. Пожалуй, возьму недельку, а может быть и полторы-две, для того, чтобы все перепробовать, получить свое впечатление. Поэтому видео будет у нас из двух частей состоять. И до встречи уже совсем скоро. Итак, прошло уже больше недели тестирования продукции серии Enecia, и я готова вам дать отзыв нашей семьи. Тестировали я, муж и наша дочка. Итак, начнем со скрабов, потому что скрабы я люблю больше всего. Я пробовала и скраб со смородиной, и скраб с малиной. Мне очень понравилось то, что у них такая формула маслянистая, они такие вот хорошо контактируют с кожей, не сыпятся в ванну, отлично массируют, соленые на вкус, я все проверяю на вкус. И действительно очень классный массаж получается, отшелушивание, то есть скрабы прям отличные. Дочка сказала, что ей особенно понравился скраб с малиной, он очень вкусный еще и пахнет, и кожа после него такая мягкая-мягкая, очень ухоженная. По поводу серии для волос, я пробовала только кондиционер, потому что шампунь пока я использую, ну, один специальный, потому что я сделала для волос определенную процедуру, и я специально перебрала отдельный шампунь. Но кондиционер мне очень понравился, еще он так классно пахнет, волосы после него мягкие, отлично расчесываются. А Миша сказал, что ему в принципе вообще понравилась очень серия для волос, он скрабы не использовал. Он сказал, у меня такие классные волосы, такие мягкие стали, отлично расчесываются. Он делает маску прям на 30 минут под специальную шапочку. И дочка тоже сказала, что ей особенно понравилась масочка с авокадо, потому что после нее прям чувствуется, что здесь маски осталось уже, ну, не так уж и много. Я вам сейчас прям покажу. Видно, что уже половина маски нет, потому что у нас дочка моет голову каждый день, у нее длиннющие огромные волосы, и поэтому расход средств для волос у нас самый большой в семье. То есть все время, когда мы записываем пустые баночки, то у нас несколько шампуней, несколько кондиционеров и маски. Поэтому наш отзыв очень положительный, нам понравилась серия Enecia. Я вам тоже рекомендую попробовать, если вы любите заказывать продукцию онлайн, то конечно загляните на сайт компании, все ссылки будут внизу под этим видео в описании. И когда попробуете, тоже пишите свой отзыв, и неважно, положительный он или отрицательный, нам важно ваше мнение, потому что люди читают комментарии и на основании наших отзывов выбирают себе продукцию. Я вам всем желаю красоты, крепкого здоровья и успехов во всем, и конечно приятных покупок. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова, пока-пока.